Часть дороги из Гориса в Капан проходит вне международно признанных границ Армении, заявил депутат от правящего блока «Мой шаг» Айк Геворкян в пятницу на брифинге в парламенте, комментируя заявление вице-премьера Тиграна Авиняна. Авинян ранее заявил в парламенте, что кроме заявления от 9 ноября и 11 января есть еще одна договоренность относительно дороги Горис-Давидбек, поскольку там дорога проходит по спорным участкам. После выступления Авиняна в сети появился неофициальный текст меморандума между Арменией, Россией и Азербайджаном об организации безопасного движения на участках дорог Горис-Давидбек и Капан-Чакатен. Что касается дороги, то вы знаете, что на участке Горис-Капан длиной 21 километр дорога проходит за пределами территории Армении через признанную во всем мире территорию Азербайджана. Но эта дорога ни на секунду не закрывалась, сказал Геворкян, при этом отметив, что вопрос не должен регулироваться какими-то соглашениями. Это результат договоренностей. В завершение армянский депутат еще раз подчеркнул, что дорога ни на секунду не перекрывалась представителями Азербайджана.